Добрый день, с вами на связи Динара Терентьева, и в этом видео хочу с вами поделиться отзывом о шариковом дезодоранте на основе алоэ вера, в котором содержание его 15%. Это была моя первая покупка, да, и в принципе она останется теперь навсегда, потому что я очень полюбила это средство. Могу отметить несколько факторов, да, по какой причине я до сих пор в восторге от этого средства. Во-первых, нет ощущений липкости, нет ощущения сухости, ничего там не сыпется, вот как обычно, как пудра, да, сыпется от некоторых других шариков дезодорантов. Он идеально впитывается. Кожа очень мягкая, нежная, особенно после депиляции или после бритья, да, нет ощущения раздраженности, да, кожа прям ухожена. Он имеет такой нейтральный, нежный запах, который реально вообще со всеми любыми парфюмами сочетается. Ну, это большой плюс, согласитесь. Он не закупоривает поры, да, и тем самым не приводит к тому медленному раку, который, в принципе, провоцирует многие дезодоранты. Так что я хочу сказать, испытав его и в жаркую погоду, да, и, в принципе, во время спорта, да, я бегаю по утрам, этот дезодорант идеально справляется со своей функцией. Он идеально также подходит для мужчин, мой супруг им пользуется, и он доволен им. Так что, девушки, я считаю, это средство достойно любой полки вашего дома. Так что попробуйте, не пожалеете. Всем пока. До следующих видео.